Следующее возражение звучит так. Я не хочу поддерживать чужого иностранного производителя или американскую экономику. Хочу поддерживать только местных производителей. Ваши варианты ответа. Я начала задавать вопрос. Говорю, какого производителя у него телевизор? Какого производителя у него холодильник? И вы знаете, ни одного украинского производителя не было у него в доме. Вплоть до штанов, трусов и всего такого. Это очень хорошо на него так подействовало. Он как-то не думал об этом. Вы его отрезвили этими вопросами. Да. Совершенно верно. Он как раз Таня Каиргельдина так и написала, Татьяна. А машина у вас тоже местного производителя? Согласен, патриотизм – это очень хорошо. Я вот честно тебе скажу, я тоже патриот. И с удовольствием бы ездил на хорошем греческом автомобиле. Да вот беда, нет таких. И холодильник бы купил греческий, и все кухонное оборудование бы купил. Вот только местная марка «Пиццус» меня вообще не вдохновляет нисколечко. Поэтому автомобиль у меня BMW, холодильник General Electric, а оборудование на кухне NEF. Зато немцы, американцы покупают наше греческое оливковое масло, оливки, апельсины, фету и йогурт. Вот так устроена вся мировая экономика. А у тебя-то у самого автомобиль, бытовая аппаратура, телевизор, компьютер, одежда, обувь, все отечественное, все местное. Ну вот все, что вы сказали, как раз, видите, мы одинаково здесь рассуждаем. Естественно, если есть какой-то достойный отечественный аналог, конечно, я предпочту купить его. Однако отказаться полностью от импортных товаров, ну просто невозможно, да и неразумно. Если речь идет о продукции Amway, то выгода для твоей страны, если уж ты так печешься об экономике своей страны, поскольку все равно местных производителей ты аналогов такого же качества не найдешь. Теперь давай поговорим о выгодах для твоей экономики. Таможенные налоги и пошлины при ввозе, налог с продаж, налоги с прибыли компании, подоходные налоги и зарплаты всех сотрудников, налоги с доходов независимых предпринимателей. Это все идет в местную, в твою казну. Так что, когда ты покупаешь компанию Amway, ты все равно усиливаешь свою экономику. Давай я покажу тебе несколько сравнительных тестов нашей продукции и сравним ее по ценам с супермаркетом. И ты сам сделаешь свои выводы. Или приходи к нам на презентацию, получше узнаешь продукцию, увидишь сравнительный тест, поймешь, насколько она более выгодная по цене, а потом сделаешь свои выводы. Или, а хочешь, мы прямо сейчас проведем сравнительный тест, ну и там что-то, что очень наглядно, там зубную пасту можно быстро показать, да, если у вас есть с собой, диш-дропс можно быстро очень показать и наглядно продемонстрировать. И ты увидишь своими глазами, ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Заодно сравним цены. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на этот канал. Живите в полную силу, живите со страстью.